Doom — игра, выпущенная компанией id Software в 2016 году. Она умудряется быть действительно хорошим шутаном эпохи 90-х и инкорпорировать современные навороты вроде сбора коллекционных фигурок, при этом не особо раздражать. Игровой процесс удался, отличаясь неслабой динамикой, отлично продуманной системой вооружения, ненавязчивой прокачкой и замечательно примененной системой добивания и выпадения патронов из монстров. На первый взгляд, конечно, кажется, что это полная дурь, но потом понимаешь, что с учетом того, как работает система в целом, это было необходимо, а поскольку эта система работает, то и у меня к ней особых претензий нет и быть не может. Вдобавок, битвы с боссами, пусть и многочисленные, удались на славу. По сюжету чокнутая бабулька-корпоративная культистка открывает врата в ад, а чокнутый робот-ученый-корпоративный деятель пытается ей помешать, распаковывая из адского гроба схороненного в аду Думгая из первых частей. Где-то на фоне в логах можно понять, что похоже игра пытается объединить истории всех четырех классических думов, что довольно любопытно. Претензий к игре можно предъявить ровно две. Первая, мимо монстров не пробежишь, на больших боевых аренах игрока банально запирают, пока он всех там не зачистит. Второе, в балансе оружия есть два слабых места. Это плазмоган и пулемет, которые по сути не нужны из-за особенностей и поведения монстряков. Итого, игра шикарная, отличный камбэк настоящих местных шутеров. То, что почти удалось Shadow Warrior, удалось Doom'у, по скрипту. Редактор карт отвратительно слабый, мультиплеер же просто отвратительный. Все вышесказанное относится только к синглу.